Эльбин с другой стороны озера. Берега тут облагорожены бетоном. Лишь в этом уголке сохранился, кажется, естественный берег. Озеро со всех сторон окружают как новые, так и сравнительно старые дома. Эти дома еще советские. Путь снова лежит мимо, тут весьма бурная речка Дарница. Вода воняет химией, русло тут ее искусственно направляется в две трубы, чтобы течь к нижнему Тельбину. Мы это показывали химики из Амплитуда. Вот тут такой искусственный поворот, камни и финал. Мы сейчас попробуем пробраться вот к этому мысочку. Вот так река Дарница никак не отпускает. Если возвращаешься, возвращаешься. А тут чуть выше вода спокойная, но и русло широкое. Между тем солнце понемногу садится, осень. Я еще хочу успеть к двум озерам Горячки и Прорви. Посмотрим еще раз на этот участок природного русла. Дарница течет здесь в глубоком овраге. Вода тут уже мутная, светло-коричневого цвета кофе с молоком. Зеленоватая, мутная. Как заросло все тут, с тех пор, как мы были тут в последний раз. Даже и не скажешь, если не присмотреться, что тут течет река. Вот этот мостик, деревянная кладка. Вот тут бережок. Да, но мне надо к озеру. Вот туда. Вдоль трассы. Конечно, удобнее было бы ехать на велосипеде, но пеший видит больше. Сейчас я добрался до озера Прорва. Берега активно раскапываются, не весь зачем. Давайте подойдем к озеру поближе. И когда живописный вид портит высотки на заднем плане. Вода у берега стоящая,
непрозрачная. Однако дальше от берега видно уже некоторые течения. Ветер гонит волны, мелкую рябь. По берегу растут заросли вот таких вот желтых цветов. Я не знаю, как они называются. Что-то подсказывает, называет мне что-то рапс. Но думаю, это не рапс. Вот я перешел на другой берег и снимаю уже с него. А сам берег вот такой, земляной. Кругом камыши и все те же желтые цветы. Судя по ряби, в озере множество разнообразных течений. Вот еще один край озера. Мой путь преградил вот такой забор. Впрочем, здесь есть лаз, но я предпочту обойти озеро с другой стороны, чтобы добраться до озера из горячки, поскольку я не знаю, по левой стороне выйду я туда или нет. Берега озера, прорва усеяны корпусами мониторов. Вот один корпус, я видел, идя сюда, еще один. Ну и давайте, кстати, запечатлеем в памяти эту красоту, которая может уйти в любой момент, как только кому-то понадобится что-то построить. Вот здесь, в этой части озера, она более укромная. Тут водятся жабы, и вода булькает, какие-то неведомые подводные существа пускают пузыри. Свежа болотная трава. Спокойно вода. А вот на берегу нашлось место шиповнику. Мне кажется, на берегах этого озера раньше жили люди. Выбираюсь к гремящему шоссе. Снова на другом берегу прорвы у шоссе. Тут открывается любопытный вид. Вот там, видите, такой пригорочек. За ним расположено озеро Горячка. Попробуем к нему добраться.
Вот тут вода, как я понимаю, из озера впадает в коллектор. Я думал, кто впадает в озеро. Это она течет из озера. Бетонные берега, нехилое течение, камыш. Чувствуется запах химии. Сколько тут? 1,5 метра ширина. Почти как сырец. Местной жительнице, старушке, тут рядом жили раньше люди. Все было в домах. Вот она стоит. Вот у меня остатки жилья. Остатки села Попозняки. Все еще стоят вот такие хаты. Через живописные свалки, расположенные на улице Любарской, я добрался вот еще к такому уголку Позняков. Так повсюду вот такие, даже еще хуже, свалки. Повсюду тут фундаменты зданий, руины. Просто так растут кусты сирени, абрикосы. Тут стоял дом, вот от него фундамент остался. Это был сиреневый сад. Ямы, наполненные мусором. Живописный уголок на берегу озера, граничащий с руинами. Озеро вот там впереди, за камышами. А слева был сад. Мусор и разрушение. Сейчас скрываются вот такие вот хаты. Главный путь лежит туда, к озеру Горячка. Надо обойти эти заросли, я попаду к озеру Горячка. Забор, выход еще из одного коллектора, и вот там вода прямо бурлит. Можно ли туда спуститься? Попробуем. Вот эта вода выходит прямо из земли. Что там, ключ или труба какая-то вертикально поставлена. Сейчас попробуем спуститься. А другое озеро вот там за забором. Это землеотвод под супермаркет, и за ним тоже есть озеро. Мы попробуем спуститься, давайте. Тропинка ведет нас черти чему. Давайте попробуем, посмотрим. Ничего не течет. Не текло. А вот там бурлит вода. Я еще не видел такого, чтобы вода бурлила прямо из-под земли. Тем не менее, это факт. Такой водяной горб. Что это? Исток озера, реки. Далее отсюда вода течет руслом, но сопоставим с руслом сердца, вот туда.
Давайте еще присмотримся к этому чудесному водотоку. Мощная фонтан воды примерно сантиметров 50 в ширину. Глубина, сложно сказать. Это река, довольно стремительно струится вот туда. А справа навалены бетонные блоки на заборах. Конечно, было бы любопытно еще сюда пробраться. Сейчас попробуем. А что? А может быть? А может быть это начало реки, самое начало. И течет этот ручей, речушка в сторону озера Прорва. Живописный правый берег. Вот эта река направляется дальше, встречает на своем пути отмель, переваливаясь через нее. И окруженные ивами. Стоят деревья по берегу прорвы. Само озеро виднеется вот там. Тут через заболоченный, завоженный лес, рядом с ним течет эта мутная речушка. И там же озеро Прорва. А вот через тропинку справа другое озеро. Я думал, это тоже Прорва, но находясь здесь, я не знаю, что это. Просто большое озеро, которую я поначалу тоже принял за часть прорвы. Я решил вернуться к забору на поиски острова, на поиски озера Горячка. Прощальный взгляд на мутную и весьма широкую реку, в которой плавают разные, возможно, даже доисторические животные. Тут все очень, могу подобрать слово, но дико, несмотря на соседство новостроено. Сверившись с мобильной картой, я понял, что то таки часть прорвы. Сейчас я вдоль длиннющего бетонного забора выбираюсь к трассе, сверну налево и попытаюсь подойти к озеру Горячка. Я снова вернулся к прорве. Вот тут видно, как эта большая его часть перетекает в меньшую. Берега, кстати, тут довольно крутые, вот можно посмотреть.
А тут под этим забором, за забором, скрывается озеро Горячка. Уникальные кадры мертвого озера. Озеро частично покрыто частью золы. Хорошо. Это озеро называется Горячка. Оно навсегда потеряно для природы. Вот отсюда озеро Солнечное видно как на ладони. Вот берег, на котором я стою, зарос высокими тополями. Почва песчаная. Этот берег и тот песчаные. Песчано-земляные. А вот такой земляной мыс выдается вперед. Довольно крутой, причем отвесный почти берег, и вот такая небольшая затока. До того, как берега застроены, я думаю, это было одно из свежайших озер в этой местности. Даже сейчас оно дышит свежестью. Наверное, ветер на нем всегда. Он гонит довольно крупную волну. Среди мусора можно видеть представителей флоры. Такие вот водоросли.